Простить за ошибки. Министр здравоохранения намерен добиться отмены уголовной ответственности для врачей, по вине которых умирают пациенты. По словам Илжана Биртанова, суровость законов влияет на желание людей работать в медицинской сфере, и высококвалифицированные специалисты, опасаясь возможной ошибки, переживают за свое будущее. Если верить словам главы Минздрава, наиболее опасна для самих врачей сфера акушерства, гинекологии и реанимации. Там чаще всего могут допускать непреднамеренные ошибки, которые приводят к трагедиям. Министр считает, что надо следовать примеру стран с развитой медициной, где врачей не наказывают, а отправляют на обучение, чтобы в следующий раз такого не допустить. Поэтому основная причина таких случаев – нехватка технологий и низкий уровень знаний медицинских работников. Необходимо разделить случаи, скажем, халатности от непредумышленного ущерба, который, в принципе, в работе каждого медицинского работника всегда присутствовал и будет присутствовать. Если мы будем только идти в плоскости уголовного наказания, то, так сказать, отток кадров и демотивация, которая сегодня есть, она будет усиливаться.